что не останавливался, поэтому сохранял первую позицию. Вот с камеры Дельмана. И да, контакт был серьезный. Интересно, не прокололи ли колесо, может быть, там. Так он, может быть, поэтому медленный прокол. Или вообще повреждение в... Смотрите. Вот этот момент, он просто не ожидал, что тот замедлится, но тому тоже некуда было деваться, потому что он был выдавлен с правильной траектории, да, Бертоном. То есть, да, Бертоном. Ага. Смотрите, как на прямой ему приходилось бороться, потом руль не стоял прямо. Это уже продолжение сражения, когда он смог контратаковать. А вот Мич Эванс, который прорвался к четвертому повороту и в пятом просто по внешнему радиусу проехал Тома Дельмана. Вот это последующее сражение в последнем повороте. Вот мы видели. Да, там тоже туго пришлось, я бы сказал, Дани Клоссу после возвращения.